яркое и красивое. Это кафе видно издалека благодаря гирляндам и неоновым надписям, которые украшают витражные стены и входные группы. Заведение отмечено в номинации «Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта». Вот эта пиццерия получила одну из благодарностей от главы городского округа за то, что она одна из лучших, кто смог преобразить освещение и фасад своего чудесного заведения. Кафе, рестораны, все они делают облицовочку из красивых гирлянд. Очень много людей пишет в соцсетях, говорят, как красиво в вашем городе. Отметили убранство не только городские власти, но и на уровне правительства области, как один из самых красиво оформленных торговых объектов в регионе. Он попал в список из 350 зданий и сооружений Хима, которые создавали праздничное настроение горожанам яркими гирляндами и иллюминацией. Благодаря чему городской округ Химки отмечен высокой наградой правительства Московской области за тематическое праздничное оформление. Подготовка города проходила в рамках проекта «Мы первые». Мы гордимся такими объектами. Стоит отметить, что в этом году у нас каждое отдельно стоящее сооружение, каждый торговый объект, многоквартирные дома, видовые, все оформлены. Мы проделывали большую работу и начали ее еще с лета. У нас была создана большая рабочая группа по председательству первого заместителя главы. Ну и планово-планово мы всю работу проводили, которая с 1 декабря уже себя, в принципе, показала, да, и мы, по большому счету, видим ту красоту, которая у нас на территории была организована. Работу по украшению зданий и торговых объектов, которые проводили городские власти совместно с предпринимателями, оценили и химчане. Освещение в нашем городе, оно просто не может не радовать, оно действительно радует, оно яркое, красивое. Перед Новым годом было оформление хорошее, прям вот очень все здорово получилось. Действительно классно. Одним из лучших в Московской области по новогоднему оформлению городской округ становится уже 5-й год подряд.